ваши картины, о том, какие роли они играли, мы сейчас еще остальным поговорим. И Андрей Сульярко, продюсер «Победы». Получился диалог, уже ситуация уникальная на самом деле. В таком, можно сказать, широком прокате, в принципе, от фильма еще за 20 лет нет. Это первое. Кроме того, что он полностью сделан на Украине силой украинских кинематографистов, я имею в виду технологический, и технический, и творческий. Вот. В нем сыграли только украинские актеры. Вот. В России играют украинские актеры, но у нас только украинские актеры были. Фильм мирового кино. Потому что фильм, который будет с огромным удовольствием смотреть не только в Днепропетровске, не только в Запорожье, там, во Львове. А я уверен, что фильм будет смотреть с огромным удовольствием и в Канаде, и в Австралии, и в Америке, везде. Потому что фильм построен на общечеловеческих отношениях, на общечеловеческих принципах. И прежде всего фильм о хорошей любви. Технически сделан по мировым стандартам, имеется в виду полкостюрантный картинка с цветокоррекцией, понимаете? И поэтому это первый плюс, почему идет в кинотеатр. И на пленку даже переводили, вот как вот был цифры снят, потом переведили на пленку. Но это все сделано именно здесь. И технологии, и технические возможности в Украине есть. Понимаете, есть герой. И вот на примере вот этого фильма, это фильм событий. Не только фильм событий, что за 20 лет наконец Украина может выдать на гора фильм по техническим категориям мирового стандарта. Знаете, как делается кино за рубежом и в России? 5 миллионов снимается фильм, а 5 миллионов на рекламу. А у нас 16 миллионов на фильм. Извините, пожалуйста, у нас два билборда стоит возле кинопанорамы в Киеве. И люди ходят, залы забиты. А сколько стоят «Камень», там еще куча фильмов. Наработка на ленту, мы перевыполнили даже девочку с татуировкой дракона. У них 60 копий на Украину, у нас всего 10. Понимаете? То есть мы все энтузиасты, городские сумасшедшие. Вот если в Москве есть, вот мы сидели вот в гримерке и разговаривали об этом фильме, вот сейчас это большая разница. Я говорю, вы понимаете, говорю, у вас есть возможность, вы можете... Здесь у вас или сериал, или кино, у вас закручивается до фигища всего этого. И телеканалы, плюс к этому еще Мосфильм там подкладывается, еще кто-то. А здесь, извините, одна киностудия, которая, у нее 70% заработка это аренда, передач о депутатах. А вторая часть это то, что вот дали немного для того же Саши Игнатуши. Понимаете? Ситуация в том, что, к сожалению, вот и вот то, что сказали ребята, это правильно. Вот поставил Ильенко вот этот флажочек вот этим фильмом. И теперь для этого флажочка, дай бог, чтобы переходили и шли дальше, это прекрасно. Но пусть они дойдут до этого флажочка. И пусть не одна картина. Я согласен с врачом, который сказал, я не могу сказать хороший фильм или плохой. Он один. Пусть их будет 5, 10, 20. Тогда можно сказать, хороший или плохой. В России мы можем пойти, мне этот фильм не нравится, а этот неплохой, а здесь мы не можем. Я хочу прочитать из диплома очень хорошие слова. Дякуємо Михайлу Ленку за вагомий внесок у розвиток вітчизняного кінематографу, гаряче серце та приклад, що надихає. Отак.